Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про особенности содержания северных ездовых собак. Выносливые, сильные, умные, красивые. Северные ездовые собаки привлекают внимание необычной внешностью и преданным характером. Эти животные способны стать отличными членами семьи. Правда, для этого необходимо заранее ознакомиться с особенностями их содержания и уже впоследствии реализовывать их на практике. Тогда присутствие северной ездовой породы в доме доставит не столько хлопоты, сколько удовольствия. Итак, представляем вам 5 особенностей содержания северных ездовых собак. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Северные ездовые собаки – крайне активные животные. Им нужна ежедневная возможность выплескивать свое море энергии. С представителями северных ездовых пород нужно бегать на свежем воздухе несколько раз в день. Тогда у этих собак не будет оставаться сил на шалости в доме. Кроме этого, важно тренировать северную ездовую собаку. Представители данных пород любят разучивать команды и учиться различным трюкам. Как правило, северные ездовые собаки отличаются упрямством и своенравием, поэтому воспитывать представителей этих пород нужно с самого детства. В противном случае, во взрослом возрасте эти животные могут быть очень непослушными и даже агрессивными. Северных ездовых собак нужно приучать к авторитету хозяина с самого начала их жизни в доме. Северным ездовым собакам нужно достаточно большое личное пространство. Эти животные хорошо подходят для содержания в вольере. В отдельных случаях они могут жить в городских квартирах. Правда, такой вариант предполагает ежедневное внимание со стороны владельца и многочасовые прогулки вместе с питомцем. Северные ездовые собаки – чистоплотные животные. Специалисты рекомендуют их мыть только по мере необходимости. А вот расчесывать северных ездовых собак нужно часто, как минимум 2-3 раза в неделю. В период линьки делать это нужно чаще. Для северных ездовых собак очень важны сбалансированное питание и постоянный доступ к свежей воде. При этом таких животных важно не перекармливать и приучать к определенному распорядку приема пищи. Содержимое порции нужно увеличивать по мере взросления питомца. Северные ездовые собаки – необычные животные, которым нужен особый уход. Если быть к нему готовым и впоследствии соблюдать его содержание, такой породы будет приносить только радость, а никак не лишние хлопоты. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!